И один может принять бой. А вместе можно начать войну. Привет, друзья, с вами Пламбер, и сегодня мы поговорим о команде и набор в наш клан, а также обсудим новое видео от разработчиков и попытаемся понять, что они хотят нам сказать этим видеороликом. Итак, друзья, как мы видим, карта Rust. Я долго думал, что же здесь можно разглядеть, но на самом деле, если присмотреться, видны выстрелы и как будто что-то движется. Также видим газ. Скорее всего, в новом сезоне в сетевой режим появится газовая граната. В общем, кто что может сказать по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Далее мы просматриваем новый трейлер Call of Duty Mobile. И если присмотреться, то можно увидеть три авиабомбы в серии очков. Доступны они уже будут в новом сезоне игры. Вызвать их очень просто. Нужно будет на карте поставить три цели, и сразу же будет произведен авиаудар. Также, друзья, появится еще одна новая карта в сетевом режиме – Монастырь. Но еще в скором мы в игре сможем увидеть персонажа Томаса Мерика. Пока нет информации, как и где его можно будет получить, но большинство мнений, что этот персонаж будет доступен в боевом пропуске. Друзья, на это были самые последние новости в мире игры Call of Duty Mobile. Я напоминаю, что идет набор в клан для участия в турнирах и чемпионате. Вся информация в моем предыдущем видео. Ну а с вами был Пламбер, ссылки на наши группы вы сможете найти в описании. Всем крепкого здоровья, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч!